Минувшую субботу, в первый день мая, из окон Академии Плющенко раздался настоящий майский гром, который ознаменовал прощальный взлет русской ракеты, полетевшей с подмосковного космодрома Плющенко к родным берегам Хрустального. Экспериментальный год закончился. В мир отечественного фигурного катания вернулся довоенный статус-кво. Тутберида собрала всех своих птенцов в хрустальном гнезде, а Плющенко снова объявил о грандиозных планах. А вот со стороны зарубежных поклонников фигурного катания прозвучали и противоположные мнения. Накануне они устроили жаркую дискуссию о Трусовой на страницах американского паблика. Несправедливо сказать, что Плющенко Трусовой совсем не помог. Качество квадов определенно улучшилось. Четверной луц лучше, чем год назад. Четверной тулуп тоже значительно улучшился. Единственное, чего они не смогли добиться, так это собрать все воедино и чисто откатать на соревнованиях. Верно, но ей все еще нужно работать много над своим артистизмом, а также научиться приземлять прыжки на соревнованиях, а не только на тренировках. Если бы она осталась у Плющенко, то пролетела бы мимо Олимпиады. Плющенко просто поспешил вложить в ее произвольную программу все эти четверные прыжки. Они должны были начать с двух четверных в произвольной программе и кататься чисто, а затем добавлять по одному. Большая ошибка отдавать предпочтение количеству, а не качеству. Наверное, она вернулась, наблюдая за улучшением формы Косторной. Жалко Щербакову. Она осталась верна своему тренеру, но, вероятно, не поедет на Олимпиаду из-за слабой техники прыжков. А шансы Трусовой теперь выросли, так как она получит бонусы Терри в следующем сезоне. Я расстроенный. С Плющенко она действительно улучшилась. Отличные новости. Наконец-то этот цирк Плющенко закончился. Подискутировали иностранные болельщики.